Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у меня в гостях Артём. Здравствуйте! И сегодня мы с Артёмом украсим блокнот для записей. У нас он вот такой вот синенький, скучный. Сделаем его нарядным. Для этого у нас есть вот такая разноцветная бумага, шелковая, красивая. Выберем цвет и приклеим на наружную часть. Выбрали бумагу и приклеим ее на нашу обложку. Для этого нам нужно намазать эту часть клеем. Расскажи, куда ты ездил летом отдыхать? В Сочи. В Сочи? Это в отпуск с родителями? С мамой. С мамой? А вы просто как бы по путевке туда поехали или у вас там знакомые, может быть, живут? На путевке. На путевке? И чем вы там занимались в Сочи? Хотели купаться к морю. Красивое море в Сочи? Угу. Понравилось? Дельфины есть? Прям дельфинов видел настоящих. Угу. Так, ну что, намазали клеем, приклеиваем. Артём, а ты увлекаешься каким-нибудь спортом? Да. Каким? Боксом. Боксом? А с кем вот ты боксируешь? С папой. Побеждаешь? Да. А папа у тебя боксер? Нет. Тоже у него такой интерес? Угу. И вы с ним устраиваете раунды? Он тебе поддается или правда ты уже так научился бить куда надо? Я научилась уже. Теперь повернем и приклеим на нашу лицевую сторону. Вот такая лицевая сторона у нас получилась. А обратную сторону сделаем золотой. И вот с обратной стороны у нас будет вот такого красивого золотого цвета. А ты хочешь открыть его? Вот. Вот такой блокнотик. Сюда может быть что-то записывать, что забудешь или просто рисовать. И вот эту переднюю часть мы украсим бумагой другого цвета. Артём, а тебе бокс нравится, потому что это спорт, где можно выплеснуть эмоции? Потому что с папой нравится играть вместе. Ну что, померяем, какой нам длины сюда надо. Ну, ты можешь подальше обрезать, я потом подровняю ее. Бокс – универсальный вид спорта. После него можно заняться любой борьбой. И приклеиваем вот сюда вот. Вот так вот быстро и легко у Артёма получилось сделать блокнот, который индивидуален и будет такой только у него. Да, до свидания. Я желаю вам легкого утра и хорошего дня.